всем оставаться на местах. Работает пранковый спецназ. Зря стараетесь, девочки. Возраст и опыт. Вот кому достанется победа. Ой, смотри, бабуля уже клюет носом. Да, устала, бедняжка. Самое время по-тихому смыться из дома. Осторожно, чтобы не разбудить. Опять попались. Как же здорово все-таки быть пожилой. Обмануть окружающих проще простого. Обмануть и разыграть. И внучка так, кстати, забыла на диване телефон. Берем скалку и разбитое защитное стекло. Крепим стекло к экрану. Плохой телефон, плохой телефон. Отвлекаешь внучек от учебы. Нет, бабуля, ты что делаешь? Только не смартфон, там вся моя жизнь. Ах, вот оно что. И откуда ты знаешь о существовании защитного стекла? Да, рано еще списывать бабушку со счетов. А пока бабуля празднует первую победу, девочки решили перекусить. Вау, шоколадный тортик! Стой, есть идея. Кажется, я знаю, как подшутить над любимой старушкой. Давай сюда цветок. Цветочный горшок переворачиваем и кладем на стол. Крошим на пол шоколадный бисквит. Выглядит ну точно как почва из горшка. Устраиваемся поудобнее и зовем бабулю на кухню. Это вы что тут устроили? Совсем с ума посходили? Землю едите! Сейчас бабуля здесь все уберет. Пахнет как шоколад. И на вкус как бисквитный торт. Разыграли бабулю маленькие хулиганки. Моя школа. Кушай больше овощей, будешь мыслить хитрей. Правду говорят. Взять, к примеру, эту морковь. Что, если вырезать из нее фалангу пальца? От оригинала не отличить. Делаем ноготок. Заливаем обманку кетчупом. Подгибаем палец и льем немного крови на руку. И чуть-чуть на лезвие ножа. Вот теперь можно звать на помощь. Ох, внученьки, совсем слепая стала. Палец себе отрезала. Кажется, кто-то не переносит вида крови. Так, главное без паники. Сейчас что-то придумаем. Покажи руку. Напомни, с каких пор в твоих жилах течет кетчуп? А это что? Морковка. Как минимум с фантазией у тебя все в порядке. Пранк, конечно, зачетный. Но что теперь делать со слабонервной внучкой? Кажется, кто-то пришел в себя и готовит ответный удар. Что бы такого придумать? Есть идея. Бабушка как раз собиралась готовить. Берем емкость с крупой и воздушный шарик. Надуваем шар и крепим его ниточкой к крышке. Присыпаем сверху рисом. И закрываем крышку. Обязательно проверяем, работает идеально. Рисовый фейерверк к запуску готов. А вот и пожилой кулинар. Сегодня на обед рис. Ох, что за перевод продуктов. Полбанки риса на полу. Ах, это твоих рук дело. Ну, я тебе сейчас покажу. Хорошо, когда есть сестра, с ней никогда не соскучишься. Битва подушками – отличная идея. Дайте две. Фух, утомительное это занятие. Может, стоит немного отдохнуть? Девочки засыпают. А бабуля уже потирает руки в предвкушении нового пранка. Ох, спят, аки ангелочки. И кто ложится спать с распущенными волосами? Непорядок, но бабушка сейчас все исправит. Бабуля заплетает волосы в красивую косу. Одну на двоих. Вот вам, внученьки, урок на будущее. Не засыпать раньше опытного пранкера. Ну, спите, спите, у бабушки есть кое-какие дела. Пранковый макияж. Наносим на кожу зеленые тени. Бумажную салфетку рвем на части, сминаем и крепим к лицу. Закрашиваем бумагу красным акрилом. Затемняем края, осталось подкрасить губы.
Черная помада отлично подойдет к зомби-мейку. Красота – страшная сила. Бабушка подкрадывается к спящим внучкам. Их ждет необычное пробуждение. Мозги! Мне нужны мозги! О нет, мы проспали зомби-апокалипсис. Ой, кажется, срослись головами. Мы что, стали сиамскими близнецами? О нет! Зомби уже щекочет нам пятки. Ну ты даешь, Замбуля. Отдохнуть старушке от шалости поможет любимая книга. Ага, кажется, бабуля потеряла бдительность. Отличный момент для пранка. Вооружаемся зеркальцем и электробритвой. Сбритые под ноль брови – это новый тренд. А я ведь жуткая модница. Жужжание бритвы приводит бабушку в ужас. Ох, сердце, сердце. О нет, кажется, я перестаралась. Бабуля, ты что? Эй, я же пошутила. Очнись, очнись скорее. Брови на месте, вот смотри. Разве можно так издеваться над пожилым человеком? Эта молодежь такая смешная. Думают, я не знаю, что такое принтер. А я не только знаю, но и распечатала несколько фейковых розеток. Маскируем настоящие розетки мебелью, а рядом приклеиваем фальшивки. О нет, как всегда, в самый неподходящий момент. Разрядился телефон. А поставь на зарядку, пожалуйста. Секундочку. Кажется, разъем не подходит. А точнее, его здесь нет. Давай попробуем другую розетку. И здесь обманка. Что-то мне подсказывает, что в этом доме все розетки сделаны из бумаги. Ну, бабуля. И как она вообще смогла освоить печать на принтере? Внучки решили объединить силы и подложить старушке... Нет, не свинью, а портативную колонку. Прячемся за диван, такое веселье мы точно не пропустим. А вот и бабулин кавалер. Цветы, как мило. Но это еще не все. Барт-пенсионер написал для нашей бабули песню. Упс, что за звук? Светочей моих, я все понимаю, проблемы в нашем возрасте. Но как-то это неуместно. Лучше отсяду подальше. Что опять? Нет, это невозможно. Загляну-ка я попозже. А, бабуля, здорово мы тебя разыграли. Как тебе звуки-пуки из нашей колонки? Эх, вы отвадили такого завидного ухажера. Никакой личной жизни с этими внучками. После фестиваля у бабушки остался пакетик холли-красок. Фиолетовых. Как раз под цвет полотенца. Высыпаем краситель на ткань. Эй, бабуля, ты что тут делаешь? Ничего, ничего, милая, я уже ухожу. Здесь должен быть какой-то подвох. Где? Где? Вроде чисто. Можно спокойно умываться. Ужас. Интересно, и кто я теперь? Лунтик или, может, принцесса Пупырка? Это вообще отмывается? Ба, есть серьезный разговор. Рыбка. Есть такую точно нельзя. А вот для пранка сгодится. На дверцу шкафчика крепим леску с крючком. Цепляем селедку. Кладем рыбу на полку и аккуратно закрываем дверцу. Фу, ну и вонь. Бабуля не заставит себя долго ждать. Где тут мой секретный ингредиент? Может, в шкафчике? Ну и дела. Получить леща от селедки? Ох, а запах, мама дорогая. Эх, кому-то сейчас придется несладко. Эта молодежь такая невнимательная. Но это как раз мне на руку. Берем желатин и резиновую перчатку. Разводим желатин водой. Перекладываем желе в перчатку. Закручиваем. Сверху надеваем еще одну перчатку из ткани. Ну что, приступим? Ох, внученька, что-то бабушка нехорошо себя чувствует. Помоги подняться. Что с твоей рукой? А, попалась. Ба, ну что за глупости? Фу, умереть же со страху можно. А ты как хотела? Не расслабляйся, не расслабляйся, внученька.
Ох, на туалетном столике снова беспорядок. Придется отучить внучек разбрасывать кисти для макияжа. На этот случай у бабушки есть чили-лайфхак. Она присыпает ворс кисточки красным молотым перцем. Это должно сработать. А вот и первая жертва. Сейчас быстренько припудрю носики и буду готова. Вот так. Стоп, а что это так печет? И откуда взялись эти ужасные пятна? Аллергия на косметику? Неужели мой страшный сон сбылся? Пти! Мамочки, какой ужас! Больше никогда не буду краситься! Понравились наши веселые пранки с бабулей? Какой из розыгрышей рассмешил тебя больше всего? Напиши об этом в комментарии. Ставь лайк. Подписывайся на канал. И жми на колокольчик. И не забудь позвонить своей бабушке и сказать, как сильно ты ее любишь. С любовью ко всем бабушкам мира. Твой Трум-Трум-Селект.